В этом году звезде спецназа исполняется 58. Он женат в третий раз на девушке, которая в дочери ему годится. Ведь разница в возрасте супругов составляет 17 лет. Наш герой ушел из семьи, где подрастала 7-летняя дочь ради новой любви. Его мир перевернулся с ног на голову, когда в ночном клубе примерный семьянин встретил молодую, красивую и бойкую студентку. Она завоевала его сердце. Как сложилась судьба Игоря Лифанова?